Минутка знания от доктрины Березовской. Болезненная менструация – это крайне неприятное явление в жизни большинства женщин. Дело в том, что они, боль во время месячной испытывают очень многие женщины. Но одни могут функционировать, другие, конечно же, не могут ни встать, ни ходить, даже ходить в школу, там, на работу. И в таких случаях, конечно же, нужно вмешательство врача. Почему возникают боли? Теорий много, но в основном это связано с тем, что как раз перед месячным, во время месячных вырабатывается большое количество простагландинов, которые приводят к сокращению матки, плюс идет отечность тканей, и рецепторы, нервные рецепторы могут тоже реагировать негативно на эту отечность. И в этих случаях, кстати, помогают нестероидные противовоспалительные препараты, в частности, ибупрофен, один из лучших препаратов для лечения болезненных менструаций.